В Стокгольме взрыв возле метро. Один мужчина скончался от травм в больнице. Ранение получила и женщина, которая находилась рядом. По данным полиции, возле станции Ворбю на окраине города мужчина поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Местные СМИ предполагают, что это была ручная граната, но правоохранители ждут заключения экспертов. Версию теракта пока не отбрасывают. Место происшествия оцеплено. Специалисты ищут взрывоопасные предметы.